Российские лыжники готовятся к новому сезону. И по традиции начинают они его на лыжной базе в Алдане. Спортсмены уже прибыли в город. Пообщаться с ними удалось Татьяне Вахниной. Алданский центр подготовки лыжников в очередной раз встретил оплот российского спорта. В Алдан прибыла сборная страны по лыжным гонкам под руководством старшего тренера Юрия Каминского. На южной якутской земле спортсмены мирового уровня традиционно открывают сезон. Алдан нас встретил, и центр зимних видов спорта, как всегда, гостеприимно. Здесь, наверное, в этом плане самое место лучшее, где нас тепло встречают. Все организовано хорошо. Вот. Ну, естественно, мы с удовольствием приезжаем сюда. К еще не завоеванным высотам спортсмена приближает каждая 100-метровка. Акклиматизация лыжникам не понадобилась. В день приезда, немного отдохнув с дороги, они вышли на трассу. Снег в Алдане лег основательно, чему звезды мирового лыжного спорта очень рады. Вот эти условия, когда очень рано выпадает снег, в этом году не стало исключением. И даже за неделю до нашего приезда вот уже начал падать снег, и к приезду где-то полметра точно выпало. Сейчас вот у нас уже вторая тренировка на лыжах. Мы взяли боевые лыжи свои хорошие. Пойдем кататься, потому что снежный покров очень-очень хороший. Члены российской сборной проведут в Алдане 3 недели. Именно столько продлятся учебно-тренировочные сборы. Продолжат тренировки лыжники в европейской части России. Затем отправятся в Финляндию на соревнования Кубка мира. Через несколько дней центр подготовки лыжников ожидает спортсменов из Кореи. А через неделю в Алдан приедет лыжная сборная под руководством Михаила Девятьярова. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.